внимание, перед тем, как Егор выйдет на сцену, я хочу вот так весь наш сегодня импровизированный зал поделить пополам. Внимание, вы команда номер один, вот так вот, по зонтик разноцветный, вот так, да, вот так делю. Все, вот так по линию. Вы команда номер два, окей? Внимание, сейчас будем с вами распеваться. Не знают миллионы людей, сотни тысяч людей знают его песни на суть. Внимание, все, команда! Егор! И еще! Егор! 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 Итак! Все поддержим! Егор Шипов! Мы сами только прилетели, вот только-только. Я успел заехать в отель и поспать буквально 20 минут. Я безумно хотел спать в гримерке. Как я полагаю, настроение теперь от Хабаровска у тебя шикарное. Ты мне скажи, пожалуйста, ты сегодня блогер, ты сегодня артист, но ты себя кем больше чувствуешь? Кто ты сегодня? Слушай, я в первую очередь музыкант. Объясню почему сразу для тех, кто не понимает. Потому что я сутками провожу на студии, отдаю полностью свои мысли в стихи, в музыку, в творчество. И поэтому я не могу назвать себя блогером. Хотя в тот же момент я и блогер, потому что я снимаю какой-то контент. Но больше все-таки уже давно, уже когда я попал на лейбл Black Star, я стал музыкантом. И я думаю, блогеры бы туда не взяли, правильно? Ребят, кто готов сфотографироваться с Егором, да? Но внимание! Последнего для себя хочу спросить, Егор. Ты молодой, я уже не очень. Уже почти молодой. Я почти молодой. Егор, смотри, ты выпускаешь треки супер завидной регулярностью. Было время, ты вообще каждый что-то не месяц выпускал треки. Скажи. Я всегда каждый месяц. Выпускаю. Каждый месяц. Сейчас скоро выйдет альбом, кстати. Послушайте. На ВК музыки послушаем. Но серьезная музыка будет чуть позже. Сейчас опять будет очень смешной и крутой альбом. А потом будет уже такой Егор, о смысле жизни. Егор! О смысле жизни будет, но не хочется, знаешь, типа каждый второй о смысле жизни. А где наша улыбка, где наше веселье? Почему все всегда загружены в этих наушниках? Они же должны такие типа кайфовать. Немножко оторваться. Да. Как сегодня мы, в принципе, мероприятие для этого и сделали. Не знаю, вот я вылетел вчера из Москвы во сколько же я вылетел? В 5 вечера. Прилетел сюда. И вчера у тебя тоже был концерт? Прилетел сюда в 7 утра, фактически, ну, по этому времени. Поспал максимум 20 минут, потому что не смог уснуть. Вчера у меня тоже был концерт. Через 2 дня у меня еще один концерт. Через день у меня, ну и так, долго. И на самом деле мои силы находятся вот в них. Ребята! Yeah.
смелости хочется пить. Ничего не жалко для тебя. Как прошли тогда, расскажи мне сейчас. Напиши про себя, мне нужно все это знать. Твои фотки пожарные. Это твои подруги, я не хочу. Ты сейчас босиком, реально? Только аккуратно, чтобы я никому не попал, ладно? Подожди, какой размер? А? Размер какой? Размер? Ну точно не твой. Пофиг, у меня брат классный. Все, не стой босиком, здесь можно. Не убейте Егора, я вас умоляю. Егор, дайте шуму еще раз. Егор, ши! Я делаю вдох. Я делаю вдох. Так понедельник. Звукорежиссер, ты там прикольно? Ага. Пока я убегаю, все вместе. И я делаю... Все! Спасибо, Хабаровск, до встречи! Егор Шип!